И, как мы отметили ранее, обстановка на реках Тюменской области спокойная. Уровень воды повышается в соответствии со средними показателями многолетних наблюдений. А по данным на утро 12 апреля, фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился от 18 до 112 сантиметров, Тоболе до 35. Высшие уровни воды на реках Тобол и Ишим будут находиться на пике паводка к 20 апреля. В районах, подверженных подтоплению, наращивают гидротехнические сооружения. Пункты временного размещения обеспечены необходимым имуществом для проживания населения на период паводка.